Посещение автозаправочных станций в следующем году может обойтись еще дороже. Речь идет не только о заправке автомобиля топливом, но и о любителях выпить чашечку кофе. Об этом пишут «Российская газета» и «Известия». Первое издание напоминает, что совсем скоро вырастет размер акциза на бензин на 6,8%, а также на дизельное топливо на 4%. По мнению экспертов, это повлияет на ценники АЗС. Причем в первую очередь речь идет о независимых автозаправочных станциях, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям. На их долю приходится около 60% всех заправок в России. Что касается кофе, то там подорожание, скорее всего, спровоцирует проблемы, возникшие у ключевых производителей. В Бразилии это засуха, в Колумбии дожди, а в Эфиопии гражданская война. Свою лепту внесет и стоимость морских перевозок, которая выросла в 2, а в некоторых случаях и в 8 раз.